Хавата Нуара Цани – это средняя школа-интернат с огромной территорией и обильной растительностью. Учиться сюда могут приехать молодые люди из бывшего Советского Союза, Франции, Марокко и, естественно, израильтяне. Альтернативное название – молодежная деревня имени Израиля Гольдштейна. Израиль Гольдштейн – это известный раввин и сионистский лидер. Хавата Нуара Циони был основан Зеевым Шиклером в 1949 году как дом для 40 детей-сирот, потерявших свои семьи на Холокосте. На сегодняшний день здесь проживают около 400 учеников. В 2010-2011 учебном году наша школа была награждена премией Министерства образования в категории молодежных деревень. Сионистская молодежная ферма считается одной из лучших школ-интернатов в Израиле и имеет репутацию одной из ведущих школ в Иерусалиме, благодаря квалификации школьных учителей и инструкторов. В Хаве есть много возможностей. По утрам воспитанники интерната учатся в школе, а вечером занимаются разной деятельностью. Ходят в музыкальную школу, на спортивные секции, творческие кружки, а также танцы. У всех, кто желает развить талант игры на музыкальных инструментах, в пении или стать спортсменом, не будет обделен возможностью попробовать свои силы. Также в нашей школе есть оркестр, в котором играют воспитанники интерната, отделение вокала и танцевальная группа, пробующая себя в абсолютно разных стилях. Каждый из этих кружков посещают ученики всех возрастов, от 7 и до 12 класса. Всем привет! Кто не знает, я Вадим. Полтора года назад я приехал на Алле, в школу Хавата Нуара Цани. Здесь живу и учусь. Живу вот в этом здании, учусь в школе. Каждый день я встаю в 6:30, иду в столовую, потом иду в школу где-то до 4-6 часов. Потом иногда бывают у нас разные мероприятия, или же просто нам дают свободное время. Также я думаю, что здесь очень хорошо, потому что вам дают возможность бесплатно уехать из России или стран бывшего СССР, что тоже плюс. Тут вам дают хорошее образование, почти хорошее питание, и здесь вы познакомитесь с очень хорошими людьми. Большинство выпускников Хавата Нуара занимают высокие должности, например, послы, известные спортсмены, представляющие Израиль на многих мировых соревнованиях. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я училась в Хавата Нуара Циони с 2004 по 2010 год в израильской группе под названием Офек. В мое время в Хаве было очень весело, мы были очень заняты. У нас было очень мало свободного времени, что научило нас планировать и распределять свое время с умом, чтобы мы успевали и домашние задания, и какие-то дополнительные кружки, и, конечно же, проводить весело время с друзьями. Вот. После школы я пошла служить в армию. И, закончив армию, я вернулась в Немилу и стала снова жить в Хаве и стала мадрихой. Собственно, грубо говоря, с 2004 до нынешнего дня я особо Хаву и не покидала.